Около 40 предпринимателей города включились в бизнес-акселератор, который проходит в Центре поддержки предпринимательства с начала ноября. Участники уже посетили несколько занятий, генерировали бизнес-идеи, разбирали основы предпринимательства, а также разработали бизнес-план в рамках акселератора. Для акселератора разработана специальная форма бизнес-плана в формате рабочей тетради. И сегодня в режиме реального времени мы будем эту рабочую тетрадь заполнять. Впереди участников акселератора ждут темы по маркетингу, продажам, искусству презентации, а также встречи с наставниками, которым участники смогут показать свои работы и узнать мнение опытных экспертов. Защита проектов состоится 30 числа, 30 ноября. Здесь, в Центре поддержки предпринимательства, приедут представители Центра инноваций социальной сферы, поскольку этот проект реализуется совместно с Центром поддержки предпринимательства, Центром инноваций социальной сферы, Ассоциации промышленников-предпринимателей при финансировании ВНЕФ и поддержке, конечно, нашей городской администрации. Представители всех этих структур обязательно будут на защите, и по итогам защиты определятся победители. Победители акселератора «Путь к успеху» получат финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей на реализацию своего проекта. А уже в декабре они отправятся в Нижний Новгород на торжественное мероприятие подведения итогов социального предпринимательства. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.